Ну, Путин объявил мобилизацию, я думаю, ни для кого это уже давным-давно не секрет. Вот, видимо, старый дед окончательно рехнулся и решил закидать трупами русских ванек всю территорию Украины и устроить что-то наподобие Второй финской войны, когда у финских пулеметчиков крыша ехала от количества убитых русских солдат. Вот. Но это как бы не самое такое интересное. У меня возникает вопрос, наверное, помните это видео, когда ходили по улицам России и задавали вопрос, мол, вы готовы там за родину? Все говорили, да, крест на пузе, жопа в шрамах, мы все готовы, все пойдем. А когда говорили, мол, дайте свой номерочек телефона, мы вам позвоним в случае чего, и они сразу делали ноги и говорили, не, извините, я как бы на такое не подписываюсь. А вот, куда теперь эти все товарищи побегут? Границы закрыты. А вот, ломанутся все на Чукотку. Тоже такой вариант интересный. А вот, и другой вопрос возникает. И как теперь их всех отлавливать, если они быстренько поубегают со своих мест, там, где они прописаны, зарегистрированы, точнее, в военкоматах? Вот, поэтому интересно, это все интересно, и хотелось бы ваше мнение по этому поводу в комментариях, что вы считаете, чем это грозит для нас, чем это обернется для них, и может быть даже для Путина, опять же, потому что одно дело смотреть телевизор со стаканом в руке и кричать, да, давайте там долбить хохлов, вот, а другое дело, когда у тебя этот стакан забирают и, так сказать, отправляют на передовую, в окопы и все остальное прочее. Это уже совсем другое кино, и это уже не смешно и не интересно становится, очень быстро и очень резко. Вот. Поэтому вот так вот, ваше мнение, пожалуйста. Спасибо.